сегодня с первых минут играют в следующих. Где разгуляться? Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Сегодня с первых минут играют в следующем составе. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Стартовый состав Реала Сосьедад. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встреч. Сегодня с первых минут играют в следующем составе. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Стартовый состав Реала Сосьедад. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, кап. Сегодня с первых минут играют в следующем составе. У нападающих будет достаточно пространства, чтобы создать массу проблем в защите соперника. Тут больше нечего добавить. Давайте смотреть. Стартовый состав Реала Сосьедад. Очень гибкая схема, есть где разгуляться. Да, команда может при необходимости перестроиться уже по ходу встречи. Первый тайм начался. Мерино. Очень неуверенно в обороне сейчас сыграно. Не получилось вынести мяч, по-прежнему опасно может быть. Элибельтон Паласиус.